И как? Я вообще не прошел. Специфично. Блин, может нафиг вторую часть? Ну просто первый-то я готов был терпеть, потому что мне она очень нравится. Это, конечно, более специфичное. Это мне не настолько нравится. Ну пока что-то непонятно, как это проходить в ЕНБ. Там не... Морис и финальный босс прям очень много жизней сожрали. И большинство из этих жизней я типа... Это не так, что я во второй раз уже так не умру. Нет, я во второй раз умру. Да, под босса на той атаке я не полезу, конечно, когда она вниз это бьет, да, резко. Но это лишь одна жизнь мне только сэкономится. И все. А все остальные атаки я хз. Это жесть. Ну ты-то понятно, ты и лунатик 1 CC уже делаешь. Сейчас бы, блин, помнить, где они летят еще, да, чтобы их убивать заранее. А иначе ты не успеешь к ним подлететь. Да, блин, не поймал. Сложно тут бонусы собирать. Слишком частные хитбоксы. А не рандом? Ну. А, сейчас он выстрелит резко вниз, да? Надо уйти бы. Урод, я знаю твои трюки. Ну, пока... ЕНН. Лучше с центра экрана особо не уходить, потому что тут иногда вылетают снизу. И я пока не помню точно, где это. Но благо они хотя бы снизу не по центру вылетают. Быстро сдохну.
Ну, кто-то, наверное, проходил. Ну, может, ну, наверное, на изи не популярная сложность. Наверное, не на изи, может, на нормале. Токеры почему-то это сторонятся изи мода. Хотя я считаю, что, ну, как бы, какая разница, надо брать сложность по своим силам нормально. Ну, по крайней мере, если на этой сложности игру можно пройти на хорошую концовку, значит, это точно полноценная сложность. Да ну, блин, ну а зачем оно внизу осталось? Ну, что за уродство? Еще эти бонусы не собрать, которые вылетают после смерти. Вот это, конечно, ужас просто. Ну, уже не ЕНН. Но мне жизнь одну вернули. А, ты имел в виду жизнь? Я долго не мог понять, что ты имеешь в виду. В первой части 0-0-0 это были тоже бомбы, что ли, в итоговых статах? У меня там были, типа, все уровни 0-0-0-0. Это, наверное, сколько я бомб использовал? А-а-а. То есть это довольно-таки понтовый скрин. Ну, если не считать того, что там сложность изи. Я, кстати, не уверен, в последних частях нифига нету, да, уже такого, не пишут, сколько ты бомб использовал. То есть, ты там никак не регистрируется прохождение без бомб, по сути. А здесь прям, получается, на уровне игры регистрируется. Четыре жизни. Еще не максимум силы. А, вот сейчас много силы, но будет. Ну. Жесть, они отскакивают, пипец. Так, это только третий босс, да, сейчас будет? Или уже Марис? Не, сейчас третий босс, по-моему. А, точно, сейчас же будет контра.
Да, блин, ну кринж. Ну, силу, конечно, я вернул, но жизнь уже мне никто не вернет. Жесть повезла. По-моему, вначале вот эти будут, да? Я не заметил. Ну блин, сливается все. Ну... Сейчас лазер будет сходящийся и расходящийся, да? Запомнил. Блин, сейчас бы это убить могло меня. Так, три жизни. Но Мариса уровень, и Мариса босс. Ну, я абсолютно не верю в то, что что-то получится, если честно. Ну мне еще даже за очки должны еще жизнь дать, да? А, ну тут уровень сложный, сейчас тут какие-то начнутся жесть атаки, я помню. А, вот эти. Их надо заранее его не убивать. Тогда хотя бы с одной стороны будет только лететь. А что там появилось? Они появляются прямо посередине экрана. Вот в чем я вспомнил, в чем прикол этого места. Офигеть, я единственную пулю на экране собрал. Нахрен мне твоя бомба. Жизнь. Не максимум силы даже. А по-моему сейчас еще что-то будет, да? А, нет.
Силу дали. Прикалываешься. Жизнь дали. Жестяно. Да блин, у него КП просто миллиард. Ну, 1 CC до финального босса. Ну, вернее, подожди, финального босса, тут еще что-то будет же сейчас. Так, ну. Да, тут же сейчас дадут силу, а потом убьют. Я не помню, как инстагиф проходить, так что, скорее всего, это рип. Ладно. Но одна жизнь на финального босса. Успех неизбежен. Нафиг. Просто такой успех неизбежен. Ну. Что происходит? Успех был неизбежен. Прошел походу. У меня рука сейчас цохнет, пипец. Я спамил просто. Я вспомнил, как я в босса играл, короче. Блин, ну, тащил, чё. Хорошая концовка. Я не видел, помню, никогда хорошую концовку тоже.
Да, спасибо, спасибо. На деде летала. А потом почему-то стала летать просто сама по себе. Обычно летающий человек. Звук написан. Привет, Metal Knight. Такая длинная концовка. О, кошка. Ну, получается, у босса дополнительная атака, если ты на 11 цц идешь, да? Удивительно. Я никогда эту атаку не видел, я офигел, что это такое вообще. Good End 3. Смотри, версия 1.0, это он не патчил. Сразу идеальная игра получилась с первой попытки. Став. Зун, зун и зун. Программ. Зун. Ну, версия 1.0 и патча не было, значит идеальная. График тоже зум. Мьюзик тоже зум. Вот это титры, всем титрам титры. Почему он мьюзик латиницы написал? Тест плеер. Калори, Сиве, Ямада какой-то там. И еще кто-то. Ну, между прочим, первая игра была 1.25 версия или что-то такое. Или 1.18. Тофа 1. Я ж поэтому говорю. Континью 0. Сложность изи. Ранг изи. 0 бомб. Ну это 0 бомб стартовых, скорее, да, я так понимаю. Не написано, сколько бомб я использовал за игру. Ну а тогда что такое 3? Прея, ну 3 жизни, плеер 3. Это я же не 3 жизни потратил. Это, я думаю, стартовые, скорее всего.